Так вот, еще один подарок человечеству, условно. От меня это еще одна мудра, на которую завязаны аж три руны, которые дают абсолютную защиту. И условно это все можно назвать все к лучшему. То есть все связано со всем и все к лучшему. Показываю. Это простая вот такая комбинация. Два полукруга. И вот тут главное, вот ключевой момент. Вот так. Завязать прикосновение, в общем, соединить большие пальцы. Можно поменять и посмотреть ощущения на другом плане. И если положить вот эту вот комбинацию, эту руну, это две скобки, это взаимодействие верхнего и нижнего, условно, гармония, это соединение уровней, это все к лучшему. В общем, там четыре даже руны. А привязанные. Так что делаем вот так. И смотрим ощущения. Потом меняем. Вот это можно делать на животе, либо на пупке. Ну, условно, вторая чакра и третья чакра. Половая чакра и чакра воли. И смотреть ощущения. Можно также на груди, да хоть на лбу, неважно. Важно, что при этом происходит взаимодействие всех уровней и отсечение себя от лишнего и наполнение эфирного, астрального и ментального полей одновременно. Это происходит на рунном и квантовом уровне. Потому что теперь я так сделал, что вот это так работает. Смотрим ощущения и работаем с собой. И вот в этом состоянии прорабатывание, перерабатывание и передумывание врага будет более эффективно, потому что образуется, опять же говорю, резонанс тел и некое единство. Ты выходишь на гармонию со Вселенной. Более того, это получается поддержка и символа, и меня. Получается, что я немножко буду с каждым воином. Это все, что я могу сделать на данном этапе моего, скажем так, жизненного пути, на этом уровне энергопотенциала и так далее. Всем богат. Ну, а на самом деле основную работу можешь провести только ты сам, воин. Поэтому вкладываем ручки в руны и смотрим те клипы и те фильмы, которые я показываю, рекомендую, либо просто понимаем суть, заложенную в этом, и разматываем эти все конструкции, эти руны, эту магию, и понимаем, что за этим. Чем больше осознаешь и размотаешь, тем больше энергии освободится, тем позитивнее будет карма, тем больше тебя отблагодарит Вселенная. И благодарность только начинается, потому что на самом деле все только начинается, и ничто не может отменить грядущее. Добра, воин. Работаем.